Хейо, гайс, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Секира. Окей, в прошлой серии мы убили призрака, походу до парниша немного сдох. Да, так есть, он немного сдох. После, что еще у нас есть? Мы с вами победили призрака, который здесь играл на своей трубке, на балалайке. Мы победить! Конечно, нелегко, но все-таки победить! Ни хрена. Ни хрена. Сундук. Божественная травка. Готово. Так, дальше мы идем изучать неизвестный нам. Блин, меня вот это, конечно, враги, которые... О. Враги, которые... Вы? Или там мне нужны предметы? Подслушать. Буль? Буль, буль, буль. Посмотрим. Да. Я прямо чувствую, как разжижается. О. Окей. О, это то место. Так, здесь где-то должен быть переход. А, да, вот он. Так, красный сгусток. Так, божественные конфетти. Здорово. Буль-буль-буль. Так, поприветствовать его, не обращай на него внимания, поприветствуй. Эй. А, он воду пьет. Эй, что ты делаешь? Такое чувство. Да. Как славно. Тает внутри. Но этого недостаточно. Лейте дальше. До краев. До краев. Подходите, мой народ. Подходите и пейте. Пейте. Угоститесь сладким нектаром. Подходите. Вы, жители дворца, все до единого. Ах, прошу, примите нас, как своих скромных слуг. Чё-то какой-то он слишком странный. Окей. Так, не, давайте еще тут по дому залезу, там можно было. Так, я не пойму, а что он делал? Так, твердый металл, это мы с вами находили. Под зданием больше ничего? Или я просто... А зачем тогда я...
Лазил. А, типа нельзя, да, попасть так? А. О. Еще бусинки. Ништяк. Итого у меня уже сколько? Инвентарь. Так, бусинки. 3 бусинки. Отлично. По деньгам. Что мне денег вообще не дают? Прокачал, называется, способность, которая дает денежку. Угу. Так, легкий кошелек. Натя, у меня вопрос, а что мне это дает? Что-то я не пойму, куда мне идти дальше. А, можно пойти по воде. Давайте проплывем. Ясно. Окей. Я не пойму, что она мне дает. Подожди, я здесь был? Да, сюда мне нужно. Какое-то место здоровое. Так, что мне по опыту? Вам похуй. Нет, не нравится, ребят. Вообще не нравится. Ни хрена. Воу-воу-воу. А, так у тебя две атаки будут. Держу в курсе. Один, два, три. Ай-яй-яй, окей. Больше не будем прыгать. Ладно. Ай, блядь, так... Я не понимаю, какой он будет... Так, здесь мне нужно было вперед, кажется, пойти. Да уж. Ты сука! Ой, а смысл у тебя стамина так быстро это? А в смысле? Я в тот момент что-то немного не уловил. Классно.
Я не увидел атаку. Я так и не увидел. Я умираю, да? Классно. Та воскреснем, а что мне делать? У меня выбора такого большого нету. А знаете, я что заметил? Я ему обычные атаками не наношу нихера. Вот что я заметил. Окей. Окей. Классно. Классно, классно, классно. Ладно, пускай забирает души. От левела по мне посрать уже. Мы должны с вами его грохнуть. А вот как, я не знаю. Сколько у меня этих? Божественных. 16 штук. Ну, леденец Якшари. У меня только одна такая. Леденец из храма Симпов наделен благословением Яшмарка. Вполне снижает максимальный запас жизни и концентрацию. При этом сильно повышает урон вражеской жизни и концентрации. Так. Раскусив такой леденец и став так вот это, обитатели храма СМП продавали эти леденцы за пожертвования, чтобы собрать деньги за, на свои исследования. Ясно. Такое я что-то в первый раз вижу, нихера себе. Так, 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 так. А что мне нужно? А мне нужно с вами, наверное, вот это поставить. Попробовать, давайте попробуем с помощью нее. Не, давайте сначала просто без чего-либо. А потом с. Но мне его убить нужно. У него кое-что есть, что мне нужно. Так, сразу хилимся. Ай. Вот это вот я не понимаю, когда режущая будет атака, а когда... Вот видите, типа, я ему один удар только наношу. Так, тихо, тихо. Это уже хуёво. Ясно, ясно. Давайте пока без чего-либо. Не, он мне не дает себя ударить. Ух. Он после дает. После удара только дает.
Я не понимаю. Ну это бред, блядь. Я просто не могу его убить. Ладно, давайте аккуратно. 2, 3. А, так он 5 делает их. Так, ладно. Сука. Дороже мои, дороже. Короче, нужно... Блин, почему я... Почему блок не работает? Хорошо, тогда такой вопрос. Раз, два, три, четыре, пять. Второй удар. Ладно, давайте тогда... Блять! А тогда очень аккуратно играть. Сука. Раз, два, три, четыре, пять. Короче, будем просто по таймингам нападать. Тихо. Ладно. Раз, два, три. Блять, я не попадаю. Ой, раз. Я просто понимаю то, что у меня очень мало хп, ребят. Раз, два, три, четыре, пять. Окей, окей, окей. Окей, 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 окей. Давайте я попробую заюзать одну лишь. Ну блин, его так просто не убить. Он этот. Юзает это все. Он юзает все это дело. Это плохо. Я знаю, что можно еще подмутить. Знаете что? Так, лягу. Сюда мы заюзаем этот. Дражки. Так. Мне нужны фейерверки. Так, идол я уберу. Чтоб он мне не мешал. Чтоб я его нечаянно потом не использовал. И погнали. Не, хотя его можно вообще даже без фляг, ну блин. Нам нужно это, знать тайминги. Ну я как бы их уже запомнил, тайминги его ударов. Но он все равно жесткий.
Раз, два, три, четыре, пять. А, я забыл, сори. Ну, видно, да, сразу, как можно... Раз, два, три, четыре, пять. А, то есть тебя даже... Я понял. Я тебя понял, хлопец. Не стоило мне, короче, использовать конфетти. Да, я все равно даже не успеваю атаковать его. Но... Ай, блядь. Забывай про вторую атаку. Ладно. Без конфетти справимся. Раз, два, три, четыре, пять. Не, можно все-таки успеть. Но нужно подогадать, что он будет именно атаковать. Хоп. Хоп. Раз, два, три. После этого должна быть еще одна атака. Раз. Два. Колище. Отходим. Раз, два, три. Не, это слабое. Раз, два, три, четыре, пять. Раз. Вот, и меня бесит то, что он прыгает. Раз. И. Раз. И. Раз. Два. Раз, два, три. Блин, я... Я ж прыгнул! Алло! Обезьяна, я ж прыгнул! Раз, два, три, четыре, пять. А, блин. Сука. Раз. Видите, типа, у него такие атаки. Все, будем, короче, ловить на каждом моменте. А, все, у тебя стамина заканчивается, парень. Раз, два, три, четыре, пять. Ага. Ага.
вторую атаку. Так. Дальше. А. Давай, давай, давай. Раз, два, три, четыре, пять. Сосать. Ну так, ребята, по таким вот моим тактикам мы и убиваем. Так, воспоминания падшего монаха. Память о битве с редким противником. Медитируй. Так. Падшего монаха охранял вход в пещеру в деревню Мибу. Техника дыхания Мибу. Секретная способность дыхания известна как техника дыхания Мибу. Это пассивный навык, позволяющий нырять под воду и так сколько угодно долго дышать там. Так, разработано оставителем так, деревни Мибу. Те, кто хочет участвовать в процессе, должен в совершенстве изучить дыхание Мибу. Без него нельзя встретить божественного дракона. Вы поняли. Все. Все изи. Изи. Изи ап. Изи ап, изи ап. Так, возвращаемся тогда с самое начало, ребят, с вами. Ну как это сам начал? Я сейчас пойду этот. Восполню себе все. Давайте я сразу поубираю. Короче, вот это нахер надо. Зачем я вообще это делал? Сколько у меня денежек? Что-то мне мало очень дают с этих врагов денег. Так, давайте, знаете, что мы сделаем с вами? Переместимся. Храм Хитаром. Так, в дорогу к источнику. Мне нужно под воду. Вот что мне нужно. Мне нужно под воду. Здесь нужно, короче, искать под водой эти ништячки, а именно рыбу. А помните вот эту чешуйку, которую мы добывали? У нас сколько там? 7 или 9 штук. Мы же там еще 2 докупили. Так вот, вот эта херовинка. Она очень помогает. Так, давай я, наверное, сразу тебя вот так поставлю. Она очень помогает чем? Мы можем у старика уже этот купить. Ништячок. Помните там, который на воде? Вот. Под водой. Передвижение под водой. Так, плывем до туда, до конца. Так. О. Новые миры. Новые воды. Теперь мы можем ништяки подбивать под водой с вами. Да, графика под водой, конечно. Так, драгоценная чешуйка. Мысли, блядь. Мысли. А в смысле он в стенку плыл? Это о чем я не знаю. Послушай, давай эти. Давай, 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 давай. Купить предметы. Купим кусочек маски. Ага, пора сейчас мне. Блин, так я хочу у него все купить, слушайте. Искусственная красная фляга. Так, лекарство снижает скорость накопления статуса огонь, немного повышает сопротивление, но не снижает статус сам до конца. Маску раз.
Статс. Тайное лекарство полностью восстанавливает. Прежняя смерть. Я вот не знаю, как мне теперь туры бы найти. А как мне ее так словить? Чтоб она меня не видела. Смотрите, она в текстуры летит. Ага, умная, смотри, какая. Так, все, Сарик, подожди. Инвентарь. Подожди, а зачем мне этот? Все равно у меня страх сейчас не накапливается. Не, мы будем типа покупать все, что есть, конечно. Но все же. Дрожжем. Статуэтка использовать. Давай. Ни хера. Мы под камень сели. Главное, чтобы мне сейчас ничего не залагало, и я не вылетел никуда. Под землю. А, у нас уже время закончилось. Обидно. Ладно, где у нас еще была с вами вода? У нас, кажется, еще был один водоем, да, здесь, где-то недалеко. Переместиться. Поместье Хитара. Бамбуковая роща. В бамбуковой роще у нас еще что-то там было. Ну, там в основном эти, наверное, обычные рыбы. Где храм вот этот? Тоже было. Давайте, наверное, я думаю, в следующей серии этим займемся. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.